Возможно, это компания, которая производит рыбу. Может быть, это тот, кто ее ловит? Да? Фишмонгер? Я бы сказала, что это какая-то новая социальная сеть. А это вообще связано с рыбой? Какая-то взрослая тетя. А вообще рыба – это мужское дело. Это те, которые рыбу из бочки вылавливают? Что-то я запуталась. Фишмонгер – это ваш личный продавец рыбы. Еще вчера о нашей профессии никто не знал, а сегодня фишмонгеры празднуют свое 8-летие. Для нас фишмонгер – это не просто работа. Это искусство, которое радует наших гостей. А улыбки покупателей для нас самое дорогое.